Девочки, мы в Сочи, в магазине тканей Лоскут или Лоскут, не знаю, как правильно. И мне этот магазин посоветовала одна из моих почитательниц и читательниц, которая меня читала еще на сезоне. Сейчас читает в Инстаграме Ирина, бывшая жительница Камчатки, сейчас живет в этом городе. И она мне позвонила и рассказала, что можно посмотреть и где можно купить то, что нужно нам. И когда я зашла в этот магазин, девочки, ну, конечно, по сравнению с Магаданом или другими городами небольшими, где мы бываем, здесь, конечно, рай. Я когда вот начала смотреть ткани, ой, ну, я набрала ткани, у меня полные полки, да, можно шить еще лет 20 до самой смерти и быть одетой. Здесь, конечно, такой рай того, чего я вообще даже не видела в наших магазинах. Вот, допустим, такие ткани, которые нам очень порой нужны и хочется их использовать. Вот эти сеточки, подклады цветные, подкладки. Какой выбор! Цены более-менее адекватные. 280 рублей. Шифоны стрейч, шифоны бистрейч. Хорошо тоже их использовать и на подкладку. И вообще подклады вот эти нейлоночные, нейлоновые, разного качества. У нас продаются одного качества. Они вот есть потоньше, есть потолще. Но у нас привезут два цвета, и все. И ты не знаешь, что делать. Вот эти вот красивые сеточки, цветные, потолще. Вот когда шьешь спортивные костюмы, куртки, ветровки, трикотажи. Короче, я даже не буду вам показывать. Естественно, цены адекватные. Я не могу всего набрать, потому что я не знаю, на что мне надо. И потратить кучу денег на эти ткани, это просто нереально. Я плюсики на счет тот. Очень много вот этих трикотажей вискозных. Очень хорошая цветовая гамма, богатая. Ну, у нас осталось в городе два магазина тканей, поэтому, зайдя сюда, я попала в свой рай. В общем, пройдем дальше в другой как бы, павильон. Здесь очень много всего и много прокладочных материалов, лизлинов. И цены такие адекватные, вообще классно. Я, конечно, ничего покупать не буду, потому что... Ну, тащить с собой очень не хочется. Много всего. Я потом выпишу в интернете, ну, конечно, радует. Скупила бы все, честно. А этот отдел, где мелочевка, я вообще потерялась, потому что мне жутко все надо. Здесь много-много, ну, посмотрите, ну, просто косая бейка, которую мы делаем сами. И вообще такой вот у нас нету. Я даже не видела такой, честно. Вот представляете, с какой мы деревни, что мы не видели вот такую вот вещь. Косоебейка разных цветов. Вот для отделки. Ничего не надо делать. И ты просто вот на детские вещи используешь. Да и не на детские. Почему только на детские? И цветная. Причем она хэбэшка. Хорошая такая хэбэшечка. Всех цветов. Вот съем какие-то. Представляете, кремовую использовать. Это же вообще прелесть. Ой, а репсовой ленты сколько? Блин, репсовая лента моя болезнь. Да. Какой хороший выбор. Косая бейка такая, шелковая. Не шелковая, которую я часто использую. И сколько красивых тесемочек. Шнурочков. Когда я шила себе куртку, я не могла найти шнурок. Вот у нас был только черный и белый вот этот шнур. Посмотрите, какая здесь цветовая гамма. И даже вот такие. Ну это вообще... А молнии? Это называется молниевый рай. На выставке ВДНХ было их много. Но здесь, по-моему, еще больше. Ценник тоже разный, но очень даже адекватный. Подвязы для комплектов. Вот этот мне очень нравится стенд, вот молнии, которых у нас вообще в городе не бывает. Вот видите, они цветные и длинные, и вот на пальто тоже длиннючие, разная длина. Ну классный, да? Завидую жутко всем тем, кто живет в этом городе и может купить все, что хочешь. Так что и для вязания здесь очень много всего. И ножниц, конечно, я хотела в этом году себе обновить парк. Немножко ножниц прикупить. Ну, поищу еще в других местах. То, что германские. Это хорошее дело. Но я вот краю ножницами за 600 рублей уже много лет.
Кстати, да, вот. А здесь они почти 2000 рублей стоят. Поэтому я ножницы еще поищу. Здесь много пряжи, пряжки. Естественно, как в любом магазине, очень большой выбор цветовой гаммы. Дуртак и тесемки. Все для вышивания. Рай, девочки, это наш рай. Залить, дайте, пожалуйста. И, естественно, я здесь купила, не могла обойтись без иголок. Набрала немножечко иголочек, потому что у меня вообще уже все закончилось. И посмотрите, какой выбор кнопок. Это все, что я покупаю в интернете. Здесь есть в среднем кнопка 50-60 рублей. У нас они 120, 180, 200. Есть по 250 вот такие большие. Ну, резные вот такие вот. Ну, в общем, девчонки, как всегда, Анжела пропала. Набрала иголок, потому что у меня растерялись все иголки. Но они гамовские, нормальная цена, 50, 60, 80 рублей. И вот как-то вот так вот я умудрилась ограничиться в этот раз и взять только немножко всего. Так что в следующий раз, я думаю, еще пока здесь. Кстати, я еще что-нибудь себе прикуплю. Здесь есть ленты с российской символикой репсовые. Я хочу тоненькую где-то поискать, такую же на что-нибудь. Вот, кстати, здесь широкая, ну, и здесь широкая на лампасы. Просто смотрю, все шьют, но мне же тоже надо что-то. Вообще здесь очень много трикотажей. Я посмотрела трикотажи, просто... прекрасные трикотажи, и все хочется, и хочется, я бью себя по рукам, чтобы не хапнуть стежки, поликотон с наполнителем полиэстер, так, кнопок, клопок, ну, такой выбор, много сеточек, материалов для танцев, такая танцевальная витрина, в общем, чего тут только нет. Завидую жутко, говорю, всем, кто здесь живет и всем, кто может шиться из этих тканей. Говорят, владелец магазина, большой умничка, возит все это и цены адекватные. Линеек сколько? У меня линейки за всю жизнь ни одной нету, представляете? Вообще не покупала. Вот у меня самые обычные. Ну, не такие, конечно, но вы видели, с чем я работаю. А здесь лекала всякие разные. Ну, как говорится, наверное, для шитья достаточно двух рук. Машинки, ножницы и утюжка. То есть утюг. Но тем не менее, хорошее оборудование и техника не помешает, правда же? В общем, пошли мы отсюда. Зайдем в следующий раз. Я уже посмотрела, что я похотела. Докуплю, что мне не хватает. Потому что я бы скупила весь магазин, честно. Ну все, прощаемся. Надеюсь, вам со мной было интересно. Хотите вместе со мной?